Всем доброго утра на работе. Вот несут чай, шоколадку. Принесла Леся, сейчас сделала ей депиляцию всех зон. Так, сейчас я вам покажу, что у нас творится на улице. А у нас 0. Вчера даже плюс 2 было. А сейчас, наверное, 1 или 2 градуса где-то тоже. Или, ну, в общем, вот такая погода. Это ужас какой-то. Все тает. Идти невозможно. Хоть вот там посыпано, все равно это все обледенело и такое. И я смотрю, кто-то что-то ширкает, чистит. А, тротуар стали чистить. Ну, в общем, вот такая, ребят, у нас погода. Сегодня суббота. Какое сегодня число? Сегодня 24-е. Леська ушла, мы с ней чайку с печенюшками. Ой, такое печенье вкусное, творожное, посиделкино. С творогом оно и с цедрой апельсина. Очень вкусненькое. В общем, мы с ней сделали ей депиляцию. Вот такое, смотрите, печенье. Блин, как я его порвала так. Посиделкино. Творожное. С цукатами. Ой, запах обалденный. Она говорит, ты такое печенье купила? Я говорю, в красном-белом. Красно-белое. Время 11. Я тут с 9 утра. Муж у меня вчера отмечал Новый год на работе. Пришел. Никакой. В общем, никакой. А я на работу. Сегодня он дома. А я работаю. В 3 часа пойду на ногти. Вот это свое безобразие убирать. Кошмар, кошмар, кошмар. В общем, в 3 часа мне на ногти. И после ногтей еще приду. Еще будет семья. И еще двое. Короче, я сегодня работаю до 7 вечера. Вот дворники с управляющей компанией. А здесь они не собираются чистить. Хотя я плачу за это. За обслуживание. Вот так вот. Там они чистят. А крыльцо не хотят вот это чистить. Вышла с маникюра. Вот такой у меня маникюрчик. С блестками слегка. Мой любимый молочный. Здесь бывший дом быта. Парикмахерская. Елка. Живые цветы. Я уже как-то показывала это помещение такое. Старое такое, совдеповское. Вот такой вот. Ну, вот здесь хороший мастер работает. Маникюр. Мой любимый молочный. И небольшие блестки. Классно. За 1:20. Ой, у нас ужасная погода. Сейчас вот мне бы на машине бы. Но коли после Нового года. После вчерашнего празднования Нового года. Корпоратива. Он негодный. Говорит, пиво пил. Ну, в общем, сейчас поплыву. Вот так у нас здесь. Вот такая погодка. И очень-очень скользко. Вот этот лед. Это что-то с чем-то. Любуюсь ногтями. Классно так делает. Ой, мой любимый мастер. Здесь садик. Здесь банька. Люди с бани идут. Друг друга поздравляют с легким паром. В бане свежесть. Мы тоже решили, кстати, ходить в баню. А Леська моя клиентка, которая... Вчера она у меня столько процедур делала, и сегодня мы завершали. Это депиляция всех зон. Стрижка, милирование. А, ну, это на лице усики, там это все. А, депиляция, потом... Мы еще это делали. Брови. И, в общем, мы... Она говорит, Свет, давай тоже ходить, говорит, в баню. Я говорю, давай.
Она по субботам. Женский день. Давай по субботам будем. Вот сегодня суббота. Мне кажется, народу очень много. Так что после Нового года будем ходить в баню. Здесь немножко почистили. А то прям я не знаю, как я тут пошла. Здесь такой наклон. Уже подмерзает. Тут носок потерял. Из бани кто-то шел. Носок потерял. Тут то, что тут садик, они здесь почистили. Детский сад мечта. Вот. Дальше уже лед. Лед, лед, гололед. Ой-ой-ой. Что-то мне так страшно идти. Желайте мне хорошо дойти до дома. Нигде не шлепнуться. Ну вот. Более-менее здесь идти. Это я возле парка. Кофейня здесь. Блин, так кофе захотелось. Вот этого вкусного. Так, что еще? Красиво вот здесь. Шарик. Кофейку, что ли, себе взять? Вот, как жалко. Вернусь в 16:35. А время 16:10. Нет, ждать я не буду. Смотрите, как красиво здесь сделали. Игрушки. Мне бы хотелось, знаете, какого кофе? Вот этот тирамису. Очень вкусный. Ладно, в следующий раз. Вон трубочки со сгущенкой лежат. Иду в Пятерочку. Договорились с мужем встретиться. Говорю, хочу что-нибудь вкусненькое. Вот. Место встречи в Пятерочке. Наши покупочки. Дома распакуем, все покажем. Коля там пиво выбирает. Все никак он, никак. Не вылечится. Васильчик. Ну, он хочет эти. Принесла домой бахилы, Коль. Вот так вот, мало ли, что кто-то зайдет, если не надо разуваться. Как, например, этот мастер, фломастер. Могли бы бахилы ему дать. Так, чем нас порадовала Пятерочка? А, Гарибальди, кстати, фирма-то хорошая. Гарибальди. Сардельки. Турецкие апельсины. Вот эти я люблю. Вот с такими пупками. Вот они должны быть сладкие. А свежий прям вот батон. Тепленький, хрустящий. Пекут в Пятерочке. Семечки Мартин соленые. Яйца. Так, не пикать. Так захотелось сгущенки. Взяла вот такую. Станция молочная. Сахаром. Сгущенная с сахаром. Молоко. Ой-ой. Коль смеет. Сколько ты яблоки накупаешь? 4 яблока взяла. У тебя, говорит, 5 еще тут лежат, а у меня 3 тут. Ты сказал неверно. У меня только 3. Без яблок не могу. Так, творог. Буду сырники завтра утром делать. 2 пачки творога. Лекарства. Лекарства. Так, вот такую сметану хочу попробовать на топленых сливках. Вот, с сырниками, с блинами. Меня, наверное, сметана вдохновила на сырники. 15% простоквашино. Так, это на утро. Такой вот сыр. Гауда премиум, село зеленое. 2 сырка. Какао. Вкусненький я брала такой. И салатик с морской капустой, с крабовым мясом. Вот и все наши покупки на 1600 с чем-то. Вроде бы ничего. 1600.